Поставки основных видов топлива в 7 населенных пунктов, расположенных на Печоре и Малых реках, завершены в полном объеме. Это Харутаха, Ривер, Коткина, Щелина, Тошвиц, Калабыжская и Пылимец. На 100% выполнены поставки масел и смазок по речному направлению. Достаточно активно идет завоз дров по Печоре. Завершены поставки в Макарово, Хангуре и Великовисочное. По морю дрова поставлены в Несть и Чижу. В Индиге разгружены судно с углем. Годовой запас ГСМ поставлен в Оксино. Первую партию горюче-смазочных материалов ожидают и в Нижней Пёше. Продолжается завоз дистоплива в Великовисочное. Доставлено 530 тонн или 80% от плана. Выполнены на 100% поставки дистоплива в Несть и Чижу. В ближайшее время начнется развоз угля для населения по дворам, и мы также ожидаем заход баржи с бензином для населения в Буч-Катаре. Из расчета 2 бочки на хозяйство, такой объем был определен Заполярным районом, были заключены договора с населением и заказано необходимое количество. Поставки бензина выполнены в Харивер и Харуту. По Печоре этот вид топлива должен быть поставлен также в Великовисочное. Морским путем бензин в объеме 615 тонн будет поставлен в 11 населенных пунктов.